приветствую всех на своем канале. Дмитрий и компания Mirdes. Как вы любите, сейчас посмотрите красивые кадры.
Смотрю, у вас по результатам работы. Ровно месяц прошел с момента, как мы вас обработали. Как вы сами по результату скажете? Опа, а я живых-то и вообще не вижу, да? Живых, замечаете его, нет еще? Ну, это... Беглый. А, беглый приблудный. Ну да, понятно, что у вас общежитие такое проблемное, поэтому забегающие, тут я прям даже не удивляюсь, что могут быть. А по сравнению с тем, что было сейчас и... Ой, то, что было до этого и сейчас, как вам результат? Я спокойно сплю. Спокойно спите. Ну, а сейчас про ваш сон мы еще посмотрим. Диванчик я у вас сейчас посмотрю, понаблюдаю. Если вы не против. Прям вообще отличненько. Я вообще таракана ни одного не вижу. Так, ну я сейчас еще вас потревожу, постель у вас посмотрю, хорошо? Диван. Угу. Живые есть. Живые есть, скажу так. Но по сравнению с тем, что было, просто небо и земля. Вот эти подлокотники вы куда-то выбросили, да? Вот они. А, вот они, сейчас тоже их посмотрю. Вот такая красота. Ну, очень прям хорошо, очень. Я рад, что 99% насекомых, таракан вообще ни одного сейчас не увидел у вас, а клопов, ну, единицы еще какие-то остались. Но это просто небо и земля по сравнению, что было. Прямо вот очень хорошо. Ну, все тогда, давайте, всего вам хорошего. Спасибо, что свою квартиру дали на эксперимент. Видите, как и вам хорошо, и нам хорошо. Ну, давайте, хорошего дня. Обработка, которую вы увидели в этом видео, клиенту обошлась абсолютно бесплатно, так как эта серия видеороликов, она снята абсолютно бесплатно для самого клиента, то есть для самой той квартиры, которую мы обрабатывали. Вот так как это происходит из-за того, что мне поставщики, производители препаратов присылают препараты на тесты, чтобы я проверил, работают или не работают препараты. Плюсы имеют от этого абсолютно все. Как я сам имею плюс для того, чтобы я мог видеть рабочий или нерабочий препарат и как он ведет себя в таких сложнейших условиях. Сам производитель тоже из первых уст получает от меня информацию на работоспособность данных препаратов и также концентрацию, в которой они работают и в которой они работают не очень. Те концентрации, которые указаны в инструкции, не всегда бывают прям идеально рабочими. Ну и также от этого имеют огромное преимущество и сами те, к которым мы приходим в обработку, потом делаем обработку, либо мы сводим всю популяцию вообще в ноль, либо хотя бы колоссально снижаем численность, да, буквально минимума, процентов на 95-98 точно. Ну и, конечно же, сами соседи, которые бывают уговаривают, чтобы люди такие произвели обработки, и чтобы к соседям не лезли тараканы и клопы. В частности, как и было вот в этом случае тоже. Поэтому в плюсе абсолютно все. Будем проводить подобные эксперименты и дальше. На этом все. Дмитрий, компания Мирдес. Ну, кстати, знаете, что интересно? Практически никто из тех квартир, которых я обработал, не сказал мне
даже просто спасибо. Хотя, повторюсь, это делал я все абсолютно бесплатно.